Ну вот. Abercrombie курточка. Да? Очень теплая, с офигенным воротником, который я сейчас буду ампутировать, или можно сказать, купировать по-медицински. Куртка хорошая, но она сделана для китайцев. У нее XX, 2X large size, но это только заключается в длине рукава. А так она на меня еле сходится. Хотя это 2 XL. А рукава длинные. Капюшон тяжелее самой куртки. Короче, ампутация. Берем ножницы. Ножницы очень хорошего качества. Острые. Называются хаски. Начинаем резать. Спокойно режем. Надо ровненько как-то нарезать. Получился красивый воротничок теперь. Отличный воротничок получится. А капюшон даже не знаю, куда теперь его. О. Капюшон теперь можно отдельно одевать. Носить его. О, вместо шапки, точно, кстати, мне шапка нужна. А курточка будет теперь вот такой. Ну все. Всем привет, пока.